Там Джек распоясался, я пойду проверю минутку. Шницель из индейки Джеку за молниеносное исполнение команд. Я дам ей еще пару кусочков. Или давайте лучше дадим половину, наверное, если сиськи нет, или вы хотите целую. Эй, Мия! Это что такое? Спасибо, что отвечаете на наши вопросы. Только подпишите сосиску Джеку. Свет потише себе сделайте, пересвечивает. Может быть, момент. Ну, будет темно. Если выключить, будет темно. Не выключай, будет темно. Мне просто читать. Или это ты так делал? Извините, да, давайте я потом... Ну, хотите, я тоже котлетку еще Джеку дам? Дай еще котлетку Джеку, чтобы... Потому что надежда... А какая надежда? У меня надежды вообще никакой. В общем, если кто-то что-то не подписал, извините, то есть я если никому-то не тому дал, поэтому, соответственно, подписывайте. Это хотя бы, то есть это польза, это им и весело, и польза, то есть можно потом на охрану работать. Кусачки такие плотные покупаем, раскусываем. Так, Елена пишет, я послал донат. Что там Джек что-то творит? Слушай, там сейчас драка будет, давай, убери Мию, потому что Крейзи не любит Мию. Вот. Что вы запоздали, но не поздно, что, в общем, нормально. Если кинолог хороший, он исправит. То есть, скорее всего, у вас там заложено с поводком хождение плохое и еще все. Нет. Сергей Красов. 7 сосисок за мой счет. А у нас нет 7... Есть 7 сосисок, но если что-нибудь другое дадим. Пока... Ну, 7, каждому по сосиске. Сосиски мне нравятся вязанка, они нормальные. То есть у них и состав неплохой, они по вкусу реально отличаются, и все отличаются. Очень важно знать. Здесь вопрос важный. Извиняюсь за вопрос очень скромный. А Ксюша, это парень? Какой парень? Нет, Ксюша, это девушка. Я же говорю, на соревнованиях выступала, поэтому голос такой. А сейчас Антон тут со мной, это не Ксюша. Мы с мужем ровесники 95-го года, 18 апреля, может 22 апреля, Крейзи невидимка. Спасибо, стрим, интересно. Так, потерялся маленько. У меня есть помесь питбуля, у нее просто кадык увидела. Ну и что, у женщин тоже бывает кадык. Да ну, это такое сложение тела. Много женщин бывает с кадыком. То есть, ну что такого? Фото соревнований, да. Спасибо большое, Зульфия. Вот. Ксюша, женские черты лица. Да, Ксюша, хорошая личико. Быть меньше собака, потому что, ну, все равно яйца, ну, яички, да, это основной орган, который продуцирует тестостерон. Тестостерон очень сильно влияет на мышечную массу и на все остальное. Лучше дождаться, пока он разовьется, а потом кастрировать. Чтобы она не расстраивалась, так сказать.